Я бы ответил такому человеку: голубчик, можно, но тогда и питайся духом. А я питаться буду хлебушком насущным и что-нибудь еще с хлебушком. А ты питайся, голубчик, духом. Можно, можно, давай, давай. Пожалуй, взвоет тут же. Ну, что это такое за глупость такая? Откуда, я не знаю, даже вот такие и тогда и идеи даже такие приходят духовно. Не понимают, когда мы говорим о духовной деятельности, то речь идет о чем? О том, чтобы наша жизнь в любой стороне ее проходила в соответствии с законами совести, если хотите, совести, которая насыщена чем? Заповедями Евангелия. Вот так. Иначе, знаете ли, во что превратится жизнь.